Установки про молодого Сталина. Однако все внимание было приковано к поп-звезде. Скандал разгорелся, как только стало известно, что ей доверили роль. Бузова играет певицу Кабаре, которая оказывается шпионкой и спасает будущего вождя. Против звезды выступили многие коллеги по цеху, а также театралы. Они обвинили и ее, и театр в хайпе. Впрочем, сам художественный руководитель МХАТ этого не отрицает. Трюк удался, все билеты были распроданы за день до спектакля. Перекур